Глядя на эти лица вновь, в который уже раз понимаешь, что ближе детей и родителей нет никого на свете. Но почему же многие из них вспоминают об этом слишком поздно? Здесь, в колонии, содержатся женщины за самые разные, очень часто жестокие преступления. Но наш рассказ о тех, кто находится здесь исключительно по вине собственных мам. Агу, дети, не ходи на то конец. А мышка идет, чайкотик, а придет. Среди сотен осужденных 108 женщин находятся здесь, в колонии, вместе со своими детьми. Малыши родились во время следствия, и закон не позволяет разлучать их с мамами до 3 лет. Это понятно и справедливо, но как совместить жесткие условия жизни колонии и хрупкий мир детства? Вот за этими воротами находится дом ребенка. И те, кто там работает, делают все возможное, чтобы их маленькие питомцы не почувствовали, что они находятся в колонии. Мы когда переоборудовали этот корпус, мы поначалу думали, что у нас будет стоять очередь, потому что всех мы туда поместить не можем. Очередь вот из матерей, все будут там пытаться попасть в дом ребенка. Мы ошиблись. У нас иногда есть пустые комнаты. Причем матери пишут заявление: «Прошу меня отселить из дома ребенка. Не хочу нести ответственность за ребенка». Представляете? С этими матерями мы разговариваем, но это бесполезно. У них нет ничего материнского, поэтому я иногда, когда очень бываю в гневе, говорю: я вас не могу назвать матерью. И я не могу вас ни с кем сравнить, потому что даже животное, та же кошечка, собачка своего ребенка облизывает и старается, извините меня, как-то поддержать щеночка. А вы абсолютно равнодушны к детям. Причем некоторые ведь мамы, они просто вот вредят детям. Вот мы были случаи, когда выселяли мы из дома ребенка, потому что мама абсолютно не заботится о ребенке. Она его бросает в комнате и пошла по своим делам. Они рожали и четко понимали, что при определении наказания суд учтет это. То есть будут какие-то, скажем так, послабления, какой-то более-менее, ну, меньший срок. Ну и потом здесь, в колонии, это мы их кормим, скажем, очень неплохо, но у мамочек это диет питания, это достаточно много других льгот. Это, опять же, они же имеют право на материнский капитал. Вот, то есть... Ну, как, скажем, как это назвать? Ребенок для них орудие для получения для себя выгоды. Вот, может быть, это грубо и жестоко, но это так. Здесь, в доме ребенка, 108 малышей обеспечены всем необходимым для нормальной жизни. Единственное, что не могут гарантировать им работники колонии, это любовь их мам. Что же делать, чтобы эти не верящие никому, исковерканные прежней жизнью женщины, нет, не раскаялись, не перевоспитались, это было бы слишком, хотя бы задумались о вине перед собственным ребенком? Это очень непростая задача, и ни в одном учебнике на нее нет готовых ответов. Исправить человека мы просто не можем.
Мы не можем изменить ее характер. Мы можем его только вот где-то подкорректировать. И вы вот как чувствуете? Вы все-таки вот приоткрываете им глаза на то, что они раньше не видели? Мне хочется так думать. Не знаю, о чем они сейчас говорят, но наверняка о чем-то важном и очень личном. И таких разговоров по душам у психолога Любови Андреевны Чижовой знаете сколько? Бывает по-разному. Бывает 10, 15, можно 20 человек за день побеседовать. Да. Психологическая помощь, она оказывается только на добровольной основе, да? В условиях исправительного учреждения тем более. Наверное, очень важно, чтобы ваша клиентка почувствовала, что вами руководит не формальное исполнение собственного служебного долга, а какое-то вот участие человеческое. Вы знаете, мне кажется, если бы они не чувствовали вот этого участия человеческого, они бы сами не приходили. Наверное, вот это результат нашей работы. Можно только представить, сколько нужно терпения, чтобы провести этих женщин через растерянность от прозвучавшего как гром приговора, через жалость к самой себе, к прозрению, что жить надо не прошлым, а настоящим и будущим. И первый шаг на этом очень нелегком пути начинается с пробуждения материнского чувства, как это произошло, например, с Асият Балашовой, осужденной за сбыт фальшивых денег. Здесь, когда находишься рядом со своим ребенком, то остальное, что творится вокруг тебя, ты этого всего не замечаешь. Она что-то говорит уже? Она уже все говорит. А первые слова ее какие были? Мама. Я всегда считаю, что если вот у мамы проснулось это материнство, да? Материнское чувство ответственности, любви к ребенку, то, конечно, могут всякие быть обстоятельства. Она может там что-то такое совершить и попасть вместо лишения. Но подавляющее большинство не сядет больше. Потому что не захочет, чтобы ребенок пошел в детский дом и будет всеми силами цепляться за свободу. Есть, конечно, среди них мамы очень хорошие. Есть, они переживают за ребенка, они стараются побольше времени быть. И тем самым они как бы скрашивают ребенку пребывание здесь. У меня нет своих собственных детей, но как бы всегда детей любила очень. У меня много там племянников. Соседские, там всегда любила возиться с ними, все. И просто здесь это как, не знаю, как-то лучик света в темном царстве. Дети вот здесь, прямо, ты когда приходишь сюда, ты забываешь вообще обо всем, что находишься в таком, месте. Ну что дети, они есть дети, они как, я не знаю, с ними поиграешь, там, поговоришь, они там, я не знаю, и сразу ты забываешь, что ты вот где-то находишься. Какая-то вот совершенно другая атмосфера. Отлично для меня дети, это очень много значит. Очень хочу детей. Здесь, в доме ребенка, по контрасту с суровым бытом взрослой колонии, особенно остро понимаешь, как беззащитно и хрупко детство. И, наверное, именно эта беззащитность и хрупкость вызывает у многих, даже не имеющих своих детей, женщин, как, например, у Нелли Мухамедовой, инстинктивное, может быть, даже не до конца осознанное желание как-то помочь, поддержать, приласкать этих несчастных малюток. В 20 лет студентку Нелли Мухамедову осудили за перевозку наркотиков на 11 лет. И весь ее прежний мир, в котором были и друзья, и любимые, рухнул. Предстоящие 11 лет срок оказались длиннее, чем 100. Жить не хотелось. И нужно было время, чтобы успокоиться и попытаться понять, почему именно с ней все это произошло.
если вот так оглянуться и оценить жизнь 20-летней Нелли Мухамедовой, что за жизнь была? Тогда, может быть, просто хотелось чего-то большего. Как бы, не знаю, вот надо было все и сразу, наверное, так. А сейчас уже, когда оглядываешься назад, но не имея ничего сейчас, ты понимаешь, что жизнь на самом деле была нормальной. Просто на тот момент, как бы, когда ты что-то имеешь, ты это не ценишь, как говорится. Вот я сейчас это потеряла, я поняла, что много потеряла в жизни. Ну, ты говоришь, только здесь я начинаешь понимать. Как говорится, близок локоть, да не укусишь. Уже поздно опомнилась. Что тут самое сложное? Решетки, заборы? Нет, то, для меня, вот лично не знаю, как я не буду отвечать за других, для меня то, что я не могу, как бы, нет моих близких рядом. Я не могу просто вот видеть и общаться с ними тогда, когда я захочу. Ну вот, просто быть с ними рядом. Пальчиком хотя бы до сестры дотронуться. Честно, да. Все бы сейчас отдала, лишь бы вот хотя бы минуту. Я просто 4 года уже не вижу. Извините. Вот это, наверное, самое... Ну, лично для меня, да. Не знаю, какие ценности у других людей. Это для меня, я поняла, что самое ценное для меня – это семья. Что причинило боль просто, да. Один раз даже, когда, что-то накипит, я прихожу сюда, просто обниму ребеночка. У меня вот просто слезы градом. Почему ты плачешь, понимаете? Вот он пытается, что-то ковыряется. Вот, и там уже все, ты забываешь обо всем на свете просто. В этот момент просто все. Ты понимаешь, что какие-то проблемы на задний план отходят. Все. Потому что этот ангелочек вот с тобой рядышком стоит. Просто вот обнимешь его, начинаешь плакать. Вот этот момент, он просто, почему ты плачешь, Нелли? Начинает там... То есть ты еще не разучилась плакать? Я? Нет. А почему так думаете, что здесь разучишься плакать? Ну, некоторые каменеют душой. Все мы люди, я думаю, что просто, может, на глазах других людей держатся эти каменные. Так, где-то там в стороночке. Мы всегда очень переживаем, когда женщина освобождается с ребенком, и когда мы понимаем, она забирает ребенка, а мы понимаем, что любви, заботы к этому ребенку она проявлять не будет. Очень у многих нет этого материнского чувства. Они материнством, знаете, прикрываются, потому что достаточно много льгот для женщин. А дети, самый маленький ребенок, пусть он там грудничкового такого возраста, да, он все равно это чувствует, что мама не любит. Они чувствуют. Ведь вот и наших маленьких детей обмануть нельзя. И нередко мы видим картину, когда ребенок не хочет идти на руки к маме. Он у нянечки на руках, он у медсестры на руках, не хочет. Ребенок чувствует вот это сиротство. Все-таки дом ребенка, вот так по большому счету, должен быть в семье, да? Конечно. Понимаете, дом, полноценная семья – это то, что делает ребенка счастливым. Потому что в каждой хорошей семье мы что вспоминаем, из своего детства какие-то эпизоды. А этим детям, они вспомнят няню там, Таню, медсестру там, бабу там, Люсю и так далее. Ну и что еще? Все, больше ничего они не вспомнят. Этих детей жалко. Да, это так. Разве без мамы может быть счастье? Но для меня абсолютно ясно, что эти дети на всю жизнь запомнят теплые руки, ласковые улыбки, любящие глаза женщин, которые всегда были рядом, утешали, успокаивали, подбадривали. Запомнят и няню Таню, и медсестру Люсю, и, конечно, заведующую домом ребенка Наталью Ивановну Потапову, доктора, тетю Наташу.
Да, специфика работы здесь другая, чем на участке. Когда приходит в поликлинику ребенок с мамой, ты знаешь, что вот у него есть мама, она за него ответственна. А здесь вроде мама и при нем, но она социально неактивна, да, и она не может дать этому ребенку, не сводить его в кино, не показать ему мир за колючей проволокой. Это ложится на плечи сотрудников дома ребенка. В врачебной работе, а в вашей особенно, наверное, самое страшное – это привыкнуть к боли другого человека. Я не почувствовала, что ты к ней привыкаешь. Нельзя привыкнуть к боли, когда тем более страдает ребенок. Вот я часто слышу, вот, наверное, когда работаешь в такой среде, сердце черствеет. Мне кажется, нет. Но я не почувствовала, что сердце черствеет. Нет, наоборот, хочется больше и больше, вы знаете, как будто как азарт какой-то. И получаешь от этого большое удовлетворение. Ведь как написано в Библии, кто сделал одному из малых сих доброе, то сделал мне. Любая улыбка ребенка, любое достижение его, то, что ребенок, который не мог долго переворачиваться, не мог ходить, и вдруг вот он пошел. Это тоже счастье, да? Я чувствую удовлетворение, что польза-то есть, что я работаю не просто так. Это достижение, и слава Богу. Вы знаете, наверное, я свою работу воспринимаю как служение Богу. Вот за эти 2 года ни разу не пожалели, что сюда пришли работать? Нет, если бы мне предстояло снова сделать выбор, я бы пришла все равно в детский дом. Было тяжело, но не с детьми, а с их мамами. Было тяжело видеть несправедливость, вот их озлобленность, касающаяся не только взрослых, но и их самих детей. Вот это было тяжело видеть. Человек, который не может дарить любовь, и женщина, которая не может радоваться материнству, скорее всего, она в своем детстве не получила эту любовь. И я так думаю, что ее мама в свое время не говорила о любви, не прижимала к своему сердцу. То есть нет вот этого запаса любви, который бы она могла тратить на своего ребенка. Мне жалко таких женщин, потому что я лично сама счастлива от материнства. Я получаю от этого огромное удовольствие. А эти женщины, которые используют своих детей как для, ну, для получения каких-то благ для себя, они одиноки внутренне. Что их ждет дальше? Молодость проходит, красота, здоровье уходит. И только дети могут быть опорой, поддержкой. И что ты видишь плоды, что ты вырастил и что дал своим детям. Мне их жалко. И, к сожалению, им уже не объяснишь на пальцах, что как это здорово. Как здорово прижимать к груди ребенка и радоваться его успехам. А вот в это помещение заходить без халата и маски нельзя. Потому что здесь находятся самые маленькие питомцы дома ребенка. Что им сейчас снится? Как хочется сказать, конечно, их мамы. Но это будет неправдой. Можно лишь утверждать, что пока им хорошо, тепло и уютно. И пока они не знают, что такое злоба, жестокость, предательство. И как хочется, чтобы они не узнали об этом никогда или хотя бы как можно позже. Но это уже зависит главным образом от их мам, от их материнских чувств, которые, надеюсь, когда-нибудь все-таки воскреснут в их душах. Прежняя жизнь Татьяны Павлюк катилась вниз в хмельном угаре, пока не закончилась ссорой в пьяной компании и убийством одной из собутыльниц. Приговор оглушил. Когда женщине 30, представить себя и свое будущее через 15 тюремных лет страшно. Последний удар нанес муж. Я не знаю, как его назвать. Испугался, что у меня такой большой срок. Как он писал мне там несколько писем, конечно, что поможет. Но зная его, я просто смеялась, так улыбалась и все. А потом письма шли все реже, реже, да. Потом прекратились совсем и все. Казалось, жизнь кончена. Но внезапно случилось событие, ставшее для Татьяны спасательным кругом. После осмотра врачей и сдачи анализов оказалось, что она в положении. Не раздумывая, Татьяна решила рожать. Единственное, что я боялась, ну, вроде роды, да, вот в этих местах, ну, чтобы
никакой патологии не было там. Потому что пока вот на тюрьме мы сидели, я вот сама курю, поэтому, ну, как бы, ну, тогда я не курила, очень-очень мало вообще, ни чефира вот эти, ничего не пила. Но все равно, как бы, вот такое помещение добавило, чтобы не было никакой патологии. Ну, все нормально. Вы помните ваше первое свидание с Яной? Она так посмотрела на меня, и, извиняюсь, сразу за грудь потянулась. Я говорю, ну все. Да. Может, инстинкт так у нее сработал сразу, у человечка. И не жалею теперь об этом вообще нисколько. Это не девочка, это прям чудо. Да, это был тонус моей жизни такой, что мне надо жить для нее здесь, а не падать духом, а именно жить. Татьяна каждую свободную минуту старалась провести рядом с дочерью. Но когда девочке исполнилось 3 года, ее перевели в обычный детский дом за пределами колонии. И вот уже 7 лет Татьяна видит дочь лишь во время редких свиданий, а разговаривает с ней только по телефону. Я каждый месяц по телефону звоню, разговариваю с ней. Первое время, конечно, плакала, ну, так, о счастье. Она плакала? Нет, я ей не даю повода плакать, чтобы так. Я стараюсь с ней не разговаривать на эти темы такие, чтобы... Говорю, что мама скоро приедет, все будет хорошо. Вот. Какого числа ты меня заберешь, она спрашивает всегда. Да я от нее ничего не скрываю, зачем обманывать? Просто она знает, что мама наказана, мама домики вот строит здесь. Потому что, опять же, ребенку не объяснишь, чем я здесь занимаюсь. Собираем денежки на домик, будем жить в деревне. Это так. Стараюсь не говорить, конечно, такие темы, что я скучаю, я плачу. Нет. Ну зачем ей нервную систему поднимать? Даже вот когда она приезжала ко мне, тоже она не плакала, ничего. И расстались мы так хорошо. Получается, дочь тоже наказана. Да, и виновата я в этом. То, что она без меня. То есть как бы с рождения она уже в тюрьме. Поэтому я говорю, что смысл жизни-то есть. Вот я сейчас выйду, то, что я не смогла ей дать за эти вот годы, я должна все отдать. Вот в какой-то степени, ну, как бы искупление. Ну, мне кажется, такую вину уже не искупишь никогда. Все равно это остается. И это все фотография. Да, она всегда приедет. Всегда с вами, да? И как-то... А если вдруг забыли ее? Или такую? А ее невозможно забыть, потому что у меня лежит там рабочий пропуск. Ну, как наш паспорт. Угу. Без него тоже никуда. И вот Яночка у меня там фотография. Ну, иногда так поговорю с ней. Спокойной ночи, я всегда желаю. Доброе утро. Вот так. Кто-то говорил вам вообще спасибо за вашу работу? Да. Да? Мы слышим, вот, кстати, очень много здесь благодарных слов, когда осужденные освобождаются. Они после освобождения пишут нам письма сюда, в колонию. Приезжают навещать от других вот осужденных, с которыми они вот здесь отбывали вместе наказание. Мы их встречаем. Да, очень часто причем. Вы, когда услышали первое спасибо, адресованное вот лично вам, были, наверное... счастливейшим человеком? Ну, вы знаете, я не могу сказать, потому что я пришла сюда не для того, чтобы вот мне говорили, какое хорошее дело ты делаешь, потому что я этого, ну, хотела. Мне кажется, что вот в жизни каждый человек должен заниматься своим делом, и тогда, наверное, вот общество будет, что ли, процветать. И вот если ты занимаешься своим делом, то, наверное, за это ты не ждешь, что тебя погладят по голове и скажут, какой ты умница. Ты просто делаешь то, что ты должен делать. Вот, наверное, вот тебе, может быть, так предначертано судьбой, и ты поэтому здесь. Давай споем песню. Давай, солнечный круг. Круг левого круг. Летающий на мотичке. На села луночке. И подписал. Ке, уши, да. Уши, снег. Будем на воду, уши, да.